Недалеко от села Шумхай, Заречное под Акмисджитом, разрушается старое мусульманское кладбище. Оно никак не обозначено и не огорожено, хотя насчитывает десятки могил. В этой поляне, недалеко от Аянского водохранилища, на первый взгляд ничего не выдает мусульманского кладбища. Но если подойти поближе, то можно обнаружить, что каменные столбики, виднеющиеся в траве, на самом деле башташи мусульманские надгробия. Среди надгробий есть просто камни без опознавательных знаков, а есть башташи с хорошо сохранившейся арабской вязью, узорами и навершиями. По ним можно определить, кому принадлежит захоронение. Например, надпись на этом камне, по информации историка Эдема Велиляева, гласит «Гульсум Шериф бинт Мухаммед, Рухуна Эль-Фатиха». О существовании кладбища на берегу Аяна еще в прошлом году сообщала блогер Диана Радаева. Если посмотреть на ее фото, можно понять, что за год надгробий стало меньше, многие разрушились или вовсе пропали. Еще тогда звучали предложения провести здесь субботник и облагородить территорию, но ничего сделано не было. В Духовном управлении мусульман Крыма нам сообщили, что муфтият обратился в администрацию Симферопольского района для уточнения границ данного участка. После проведения технических работ в Духовном управлении планируют инициировать вопрос о признании специального статуса этого места.